Құрметті әріптестер, қымбатты ардагерлер, баршаңызды төл мерекеміз атом саласы қызметкерлер күнімен құттықтаймын. Бұл холдингте еңбек ететін 20 мың қызметкердің ғана емес, сонымен бірге олардың отбасыларының да қуанышы. Барлық атомшыларға, сала ардагерлеріне адал еңбегі мен жоғары біліктігі үшін көп алғыс білдіремін. Компаниямыздың абыройы арта берсін, еліміз өркендей берсін. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, я от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником Днем работников атомной отрасли. Учреждение этого праздника свидетельствует о стратегической значимой роли, которую играет наша отрасль в экономическом развитии страны. На сегодняшний день атомная промышленность по всему миру является одной из самых высокотехнологичных, наукоемких и рентабельных. В этом году наша компания отмечает 25-летний юбилей. За короткий по историческим меркам период времени «Казнампром» прошел большой путь становления и развития от небольшой производственной компании до мирового лидера уранодобывающей отрасли. Мы по-прежнему уделяем огромное внимание производственной безопасности и социальной стабильности. Мы постоянно совершенствуем наши бизнес-процессы и повышаем эффективность нашей работы. Но одно остается неизменным. Мы верим, что человеческий капитал – наш основной актив. Сегодня «Газпром» демонстрирует уверенную динамику роста производственных и экономических показателей. За всеми успехами и достижениями атомного холдинга стоит колоссальный труд всего многотысячного коллектива, людей разных призваний и профессий, которые вносят свой вклад в развитие «Газпрома» и укрепление Республики Казахстана. Поэтому в честь профессионального праздника наши коллеги были удостоены отраслевых наград. Более 200 человек получили звание заслуженных работников атомной отрасли 1, 2 и 3 степеней. Почетной грамотой и благодарственным письмом «Казатомпрома» будут отмечены более 160 работников как в корпоративном центре, так и в дочерних и зависимых предприятиях. Все, чего компания достигла за 25 лет, создано усилиями ее работников. Ваш профессионализм, ответственность, любовь к своей работе и желание сделать нашу компанию успешнее – помогают ей достигать новых высот. Особые слова благодарности выражаю людям, стоявших у истоков образования компании, нашим ветеранам, которые смогли передать свой опыт и знания нынешнему поколению атомщиков. В этот праздничный для каждого из нас день желаю всему коллективу «Казатомпрома» крепкого здоровья, благополучия, новых свершений и открытий, реализации всех стратегических планов во благо нашей страны. С днем работников атомной отрасли, дорогие друзья! Сіздерге еңбекте табыс, отбасында бақыт және жарқын болашақ тілеймін. Жаңа биіктерді бағындырып, алға қойған мақсаттарға бірге жетейік. Береке мен бірлік, ынтымақ пен ырыс тілеймін. Мереке құтты болсын, әріптестер!